Виталий Леонтьевич, обсуждался ли на исполкоме вопрос Кахолина, то есть его участие в сборной? Нет, этот вопрос не обсуждался. Я думаю, что, по-моему, после этого тура, там у нас объявлять будет 13 числа главный тренер, этот вопрос Станислава Саламовича. Я думаю, что все факторы он будет учитывать, но прежде всего главный фактор – это готовность игрока и его уровень, качество, практику игровую и прочий, так сказать, уровень сборной. Ну, мы, значит, в принципе, вчера анонсировали, что первый канал будет транслировать две игры ближайшие. Давайте на них сосредоточимся. Это 24 и 28 Кот-д'Ивуар и сборная Бельгии. Две игры, значит, у нас июньские, если не ошибаюсь. Мы в ближайшие дни объявим тоже контракты. Мы вчера завершили, согласовали. Согласован полностью, значит, заключительный сбор команды. Это уже две игры, которые в рамках структуры подготовки Кубка Конфедерации. Одна будет сыграна на выезде, другая будет сыграна в Москве. И я думаю, что завтра, послезавтра мы объявим. Завтра вы команды назовем.